годом, с новым счастьем, мои хорошие! Сегодня, в этот праздничный новогодний вечер, я хочу показать вам, что я приготовила на новогодний стол. Здесь у нас салат, который называется «Черный жемчуг на снегу». Здесь салат «Селедка под шубой», заливное из курицы. Здесь у меня самый распространенный прославленный салат «Мимоза». Вот здесь я фаршировала зеленым красным перчиком и сыром говядину. Нарезочка. Вот такой вкуснейший рулет с фаршированной симбой внутри. И еще один салатик, который я готовила. Это салат из копченой скумбрии. А это я приготовила из картофельного пюре. Вот такие снежные сугробики, которые запекались в духовочке. И этот прекрасный новогодний тортик, который мы сегодня с вами будем пробовать на десерт. И, конечно же, вот такие красавицы, собачки, символ наступающего и уже наступившего года 2018. Всем с Новым годом, с новым счастьем, самого крепкого здоровья, счастья, любви. Пусть в вашем доме всегда льется детский смех. Пусть ваш дом обходят все беды, невзгоды, болезни, неприятности. Пусть они останутся в 2017 году. И вступая в новый 2018 год, пусть этот год принесет вам все самое хорошее, самое доброе, счастье, здоровье, любви, мира, уюта, семейного благополучия, а также финансового благополучия. Будьте счастливы, мои родные и мои друзья! Новый год мы встретили, а сейчас у нас будет сладкий стол, мои хорошие, и чаепитие. Англичане очень любят пить чай. Ну что, мои хорошие, как я и обещала, сейчас, мои родные, мы с вами будем разрезать этот тортик. Даже жалко резать. Но я вам обещала показать, что у нас внутри этого тортика. Какая начиночка. Так, мои хорошие, будем разрезать тортик. Сейчас я вам покажу, что у нас получилось. Какая красота у нас получилась. Посмотрите, с прослоечками вот такой банановый тортик у нас получился. И здесь мы можем увидеть марципан желтенький и сверху icing sugar. Ну что, мои хорошие, сейчас я его попробую. Ну что, мои родные, будем пробовать наш тортик. Очень вкусный. Очень воздушный. Вы знаете, банан настолько сочетается с бисквитом, который у нас пропитан лимонным соком, придает цитрусовый аромат. Очень вкусно, моя хорошая. Я вам всего сердцем
советую приготовить этот замечательный тортик. Очень вкусно. Посмотрите, какой высокий, воздушный тортик у нас получился. Пожалуйста, пробуйте, мои хорошие. Даю 200%, что вам очень понравится. Я вас люблю. Всем прекрасного настроения, прекрасных новогодних праздников. У вас впереди еще Рождество. А нам со вторника на работу. У нас все праздники закончились. Но счастливая жизнь, 2018 год, счастья, удачи, здоровья только начинается. Пусть сбываются все ваши заветные мечты. Я вас очень люблю. И не прощаюсь, а говорю до свидания.